О визите президента Ильхама Алиева в Узбекистан с нами поделится моя коллега Лидия Молодцова. Лидия, приветствую. Здравствуй, Лидия, Нара. Но какие еще достопримечательности азербайджанскому лидеру сегодня удалось посетить? Азербайджанский лидер и посетил город Хива и Ичан-Кала. Сейчас расскажу более подробно. Завершился визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан. Ранее глава государства посетил узбекский город Ургенч, откуда вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым отправился в город Хива, где главы государства знакомились с государственником, историко-архитектурным музеем, заповедником Ичан-Кала. Президенту Ильхаму Алиеву предоставили подробную информацию о истории музея. Было отмечено, что Ичан-Кала был создан в 1920 году, а уже спустя почти 50 лет исторический город Ичан-Кала был объявлен музеем-заповедником. Основную часть фонда музея составляет документы ханской канцелярии и различные предметы дворца. Экспозиции музея, общая площадь которого составляет 26 гектаров, связывают историю древнего и современного Узбекистана. Кроме того, президенты Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев ознакомились с дворцовым комплексом Нуру-Абой. Следует отметить, что в ходе визита президента Ильхам Алиев в Узбекистан главы двух государств продемонстрировали очень серьезную политическую волю. В целом, мы можем уже в ближнесрочной перспективе говорить о достаточно системном, широкоформатном характере сотрудничества между нашими странами по самой разнообразной и широкой повестке дня. Создание возможностей для инвестиций в реальный сектор наших экономик и с приоритетом, конечно же, высокотехнологичные направления сотрудничества. Только тогда мы можем говорить уже о том, что в ближнесрочной перспективе мы можем выйти на взрывные показатели по товарообороту, то есть опережающий характер, чтобы наши страны значительно увеличили бы во внешней торговле как Азербайджана, так и Узбекистана доли именно наших государств. На встречах в узком и расширенном форматах Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев подробно обсудили вопросы двухсторонних отношений, после чего выступили с заявлением для печати, которое сегодня обсуждает экспертное сообщество двух стран. По мнению Ильшада Мамедова, сотрудничество с упором на азиатский регион становится приоритетным. Важен и тот факт, что президент Ильхам Алиев быстро и оперативно реагирует на те вызовы, которые формируются с точки зрения регионального сотрудничества. Визит главы Азербайджана в Узбекистан, безусловно, поспособствует дальнейшему многоплановому сотрудничеству. Сотрудничество с нашими азиатскими коллегами и партнерами будут для Азербайджана, я бы даже сказал, одним из приоритетных. Поэтому уже в ближайшие месяцы ожидаются соответствующие встречи на уровне разных министерств, профильных, структурных. И думаю, что именно визит главы нашего государства в Узбекистан будет тем фактором, который придаст импульс устойчивому, но вместе с тем опережающему технико-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном. Ранее в Ташкенте между Министерством туризма и культурного наследия Республики Узбекистан и Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики была подписана программа сотрудничества в сфере туризма на 2022 год. Согласно программе, стороны будут взаимодействовать в следующих направлениях: проведение промо-мероприятий, путешествия в Узбекистан и путешествия в Азербайджан, проведение туристических ярмарок на территории двух стран, обмен опытом между представителями туристического сектора, разработка и запуск новых туристических маршрутов для узбекских и азербайджанских путешественников и многое другое. В Узбекистане очень большой туристический потенциал. С другой стороны, мы можем налаживать совместные туры, которые, в результате которых, скажем, да, посещая, скажем, европейские туристы и другие посещают данный регион, могут с легкостью, без преград, начать посещать и наши страны. Эти компании, которые сотрудничают в этой области, вот в результате этих встреч, в результате подписания соответствующих контрактов, договоров в этой сфере позволит более тесно взаимодействовать между этими компаниями. И это, опять же, это хороший результат, даст хорошие результаты для кооперирования между нашими странами.
В завершение мне хотелось бы напомнить, что в ходе визита президента Ильхама Алиева в Узбекистан был подписан солидный пакет документов. Среди них декларация по углублению стратегического партнерства и наращиванию всестороннего сотрудничества, которая открывает новый этап в двусторонних отношениях. Тесное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном поспособствует динамическому развитию не только двух стран, но и всего региона в целом. Эльнара, также визит президента Азербайджана в Узбекистан и подписанные в ходе него документы обеспечат многогранность и устойчивость развития двусторонних отношений, а также позволят привлечь бизнес-круги Узбекистана в Азербайджан и укрепят мост дружбы между двумя странами. Спасибо большое, Лидия. Я напомню о визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан, а также о повестке двустороннего взаимодействия рассказала Лидия Молодцова.